Здорово, бойцы! Ну что, сегодня поиграем с вами в игру под названием Playcraft. Короче, в этом проекте можно создать собственную игру. В принципе, как бы, эта игра на это и рассчитана, чтобы создать свою игру. Вот, как-то так. Ну, помимо всего этого, здесь есть еще вот уже готовые игры. Видимо, кто играл, создавал свои карты. Вот свои проекты, здесь всякие разные. Ну, это мы посмотрим, короче, их тут немерено, просто их тут много. Вот, посмотрим. Ну, а для начала давайте зайдем в редактор, посмотрим, что там вообще можно сделать, как бы. Сделаем такой, так сказать, обзорчик, вот, игры. И если вам понравится, как бы в комментариях напишите там, если игра зайдет, то мы продолжим снимать. Играем еще в нее. Ну что, давайте начать игру. Введите имя. Ввести имя. Ну давайте, пускай будет Валер. Так, этаж. Что-то здесь какой-то хозяин игры. Непонятно. Это непонятно. Короче, тут у нас закрыто, смотри. Ой, выкинула. Тим. Вот. Выйди. Я говорю, выйди из Стима. Вот. Итак, что-то хозяин игры тут. Да, давай, частный. Пускай к нам никто, короче, сюда не сможет зайти. Посмотрим. Еще побегаем, посмотрим. Намутить. Итак, Playcraft. Playcraft. Окей, смотри. Edit моды. Короче, пустая карта у нас здесь. Правая кнопка создать, смотри, какой-то квадрат можем создать, крутить, вертеть его можно. Ой. Короче, я тут уже настроил тут всякого. Можно прыгать. Ой, куда я улетел? Я куда-то там улетел, короче, непонятно. Вот, бросить физику. А, капля. Что значит капля? Капля это, наверное, прикрепить. Окей, отмена вращения, увеличить, смотри. А, можно от первого лица. Можно первого лица здесь мутить всю дичь. Так, режим полета. А, два раза нажимаешь, короче, на прыжок, и режим полета у нас здесь. Вот, вот так. Рэгдол какой-то, X. Он у меня сдох, что ли? В смысле? У меня чувак, короче, упал и сдох. Смотри, он пытается скачать пресс. Получается у него. Слишком ленивый, наверное. Слишком ленивый у нас чувак, короче. Как тут? Как обратно? О, все. Встал. Он у нас встал. Так, окей, тап, меню. Смотри, вот здесь всякую херотень можно щелкать и... добавлять, смотри, бампер какой-то, распылитель, этаж, непонятно, что текст какой-то писать можно, звездочки, кинематографическая камера. Тут, короче, для игра, короче, бесплатная в Стиме, да, если кому интересно, можете сами поюзать там, может понравится. Вот. Смотри, всякие стены тут можно ставить, вон, такая, допустим, такая. Такая. Окей. Давай посмотрим, что у нас еще здесь есть. Это арф он тут заиграл. Так, смотри, оружие. Оружие. Тут такие бочки, меч. Простое ружье есть. Дозатор, пистолет, смотри. Тесак. Лазер какой-то. Охренеть. Это у нас, наверное, какая-то аптечка. Это непонятно, что за куб, шипы. Окей. Ну давай, наверное, с тобой выберем. Давай вот эту штуку выберем. Так, а как мне перейти, короче, в режим, короче, отключить, остановить, включить. А, во, на букву Т, короче, все, смотри, мы можем, короче, создаем игру, да, типа, всякие штуки, и можем сами уже в ней побегать, проверить, короче. Можем бить. Смотри, все рушится, все ломается. Нормально, да, так?
Так, смотри, граб, ни хрена себе. Я схватил штукенцию. Я схватил бочку с горючим. Так, давай попробуем ее, может, бросить. Нихухры-мухры. Что-то это штуки... Что-то эти... Осколки от кубиков похожи на сыр. Нифига, смотри, какой кратер, да? Нормально. Так, давай. Так, выйти. Окей, вышли. Достижение мы там заработали. Окей. Давай настроим вот этих штук сейчас. Их тут целая куча, да? Попробуем взорвать это все. Я люблю взрывать, знаете? Я люблю взрывать. Все, что плохо стоит. Окей. Давай-ка, что там? Оружие. Оружие, давай простое ружье. Его, наверное, бросить сначала надо. А потом взять, да? О, ништяк, смотри. От первого лица давай попробуем. Смотри, от первого лица тоже. Че, рванем. Нехило. Нехило рвануло. Смотри, достижение какое-то у нас тут появилось. А-а-а, я в яму упал. Я упал в яму, короче. Смогу ли я... Могу ли я отсюда выбраться? Вот в чем вопрос. Да. Я выберся. Выберся из этой дыры. А эта штука не ломается, смотри. Не хочет. Так, я хочу сыра. Я хочу много сыра. И я люблю сыр. Так, окей. Окей. Давай посмотрим, что у нас. У нас есть здесь враги какие-нибудь, смотри. Тут человечки, но почему-то мужчина, робот, женский, Бобби какой-то. Какой-то Бобби. Здесь почему-то их не отображается. Давай, я хочу посмотреть, что за Бобби. Ни хрена себе Бобби. Бобби. Что за черт? Какой-то робокошак. Пускай он стоит у нас. О, их можно тут много сделать. Давай. Робби кошаки, Бобби кошаки. Армия котят. Армия котят будет у нас. Так, давай, а что еще у нас есть? Давай роботов. Смотри. Смотри, какой здоровый робот, да? Пускай, наверное, давай. И армию роботов, короче, сделаем. Армию котят и армию роботов. А-а-а, заполонили меня. Меня роботы заполонили. Как мне теперь выбраться отсюда? Окей. Ладно. Я теперь оттуда не могу выйти. Что происходит? Ну давай, погоди. Воу! Почему? Что сейчас за трэш произошел? Что сейчас было, ё-моё? Окей. Это Бамблби. Смотри. Это Бамблби. Робо Бамблби. Блин. Чё-то даже как-то страхово, да? Как-то не по себе. Смотри, один улетел. Один улетел. Он шевелится. А чё с этими котятами? А чё они там, смотри, становятся маленькие, большие, маленькие, большие. Что с ними не так? Окей, давай выйдем. Чё за трэш вообще? Окей. Так, давай посмотрим, что ещё. Мужчина женский, давай женский посмотрим. Смотри, женщина, ну, в принципе, недалеко отличается от нашего персонажа. Давай армию женщин сделаем. Бойцы, вы все говно. Так, сделаем вот так. А еще мужчин. Сейчас также сделаем мужчин.
И побежали. Вы все говно. Говно должно кричать громче. Ангар мне в жопу. Окей. Вроде всех мы тут поставили. Так. Наверное, давайте сейчас что-нибудь. Завтра какой-то. Нет, до завтра мы не будем. А давайте пушку. Здесь из оружия, я смотрю, только пушка есть, да? А что еще есть? Прям интересно. Блин, прикольно. Мне нравится. Так, свич какой-то, кнопка. Ящик. Ящики всякие, ящики. Знаете, можно, да, сделать там игру, и типа, когда уровень проходишь, чтобы такой ящик стоит, и там лут в этом ящике, там типа этот, знаете, кулачок. А погоди ты. Так, всякие звуки. Видимо, луп. Смотри, всякие звуки. Давай-ка поставим звук здесь. Какая будет такая музычка здесь еще играть. Так, что здесь еще интересного? Огненный шторм какой-то, нифига себе, темный шторм. Буря природы. Гроза, водяная буря. Энергетический напиток. Red Bull. Red Bull в этой склянке. Короче, какой-то. Смотри. О, здесь можно покупать. Пак. Физик пак, смотри. Мне как раз хватает. Давай купим, да, посмотрим, что здесь. Что здесь за физик пак? Кто? Мячик. Окей. Оставили всяких мячиков. Вот еще какой-то пак. Давай тоже купим его. Какой-то лед, какой-то удар грома, блин. Офигеть, тут все. Какаха? Каждому по какахе. Выдаю каждому по какахе. Шоколадное мороженое на палочку наложено. Что это, блин, такое? Кто насрал? Окей. Что здесь еще? Что-то здесь не видно. А, вот, смотри, какие-то всякие кубики-рубики. Всякие штуки. Арки. Что-то. Окей, где у нас там оружие? Давай-ка я хочу посмотреть, что из этого вышло. О, я могу ускориться. Так. А, надо перейти, короче. Офигеть. Так, от первого лица так поудобнее будет. Офигеть! Что тут народа много? О, там, смотри, там фигачится. Там драка, смотри, драка. О, все рвануло. Куда он полетел? А что так подлагивает-то, непонятно. О, кошак, ты чё? Котяра, ты чё? Пошел нафиг. Кошка взбесилась. Такие какули. Кстати, наше говно не падает. Окей. Жесть. Что за звуки-то? Ой, мужички. Стопы. Окей. Понятно. Короче, вот такую всякую дичь здесь можно делать. Вот. Как бы. В принципе, прикольно, да? Прикольно. Но давайте. Полис может, главное меню. Давайте попробуем сыграть во что-нибудь уже готовое. Посмотрите, их тут просто немерено. Вообще просто вот немерено. Давайте что-нибудь, не знаю, выберем.
Вот. Если игруха зайдет, то мы попробуем каждую, да, потом, ну, возможно, каждую. Elder Scrolls, смотри. Есть. Skyrim. Офигеть. Escape to Dungeon какой-то. Bar Fight, смотри. Барная битва какая-то. Окей. Физику взрывал. Ну давай первый посмотрим, что вообще из себя представляет, да, загрузим. Playcraft Tutorial Part 1. Первая часть туториала. Ну что, увы, друзья, что-то у нас не загружается, слишком очень долго загружается. Я уже минут 40 сижу, короче, и жду, а когда же загрузится у нас карта зомби-моды. Ну, в принципе, тогда будем заканчивать. Вот, эту игру. Вот, попробуем. Если вам зашла она, то попробуем еще раз потом, в следующий раз, когда-нибудь в далекой-далекой галактике. Все зависит от ваших комментариев и лайков. Вот. Попробуем загрузить и сыграть. Может, какой-то баг у них и игра, потому что в раннем доступе. Поэтому о оптимизации здесь говорить лучше не стоит. Вот. Хотя, блин, интересно было бы сыграть, да? Тут даже вот этот есть Skyrim. Есть. Вот. Elder Scrolls. Skyrim. Я бы посмотрел, что это такое. Ну вот. Как-то очень интересно. Но, увы. Увы и ах. Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Обязательно комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.